В шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета состоялось заседание телевизионного дискуссионного клуба на тему «Как не сесть за репост». В рамках дискуссии были обсуждены статьи об оскорблении чувств верующих, о призыве к экстремистской деятельности и возбуждении ненависти либо вражды, в особенности их применения по различным нарушениям в интернете. Качество написанных и действующих сегодня законов, оно оставляет желать лучшего. Очень настолько все размыто, настолько все непонятно. Надо по-другому сегодня формировать и законы, и формулировки. Большое внимание было уделено статье 282. Возбуждение ненависти либо вражды и унижение человеческого достоинства. Для возбуждения вражды нужно, чтобы было противопоставление, в которых одни хорошие, а другие плохие. Если это противопоставление есть, любой лингвист вам скажет, что здесь есть возбуждение вражды. Также был обсужден законопроект об отмене уголовной ответственности за репосты в интернете, внесенный в Государственную Думу. Что касается развития нашего уголовного законодательства, поскольку речь идет о том, куда идет в целом уголовное законодательство, в отношении, в частности, этой статьи и в отношении практики применения, то сейчас, как мы видим по проекту, если он будет принят до конца, и как мы видим по тем изменениям, то мы идем в сторону гуманизации на данном этапе. Артем Тупичкин, Виолетта Басова, Универньюз.